Не знаю, как тебе, а по мне это грёбаный беспредел. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить офигенный Crysis 3 с шикарной графикой и отличной зеленью. Какая красота! Только поглядите, сколько в этой красоте таится цефов. Итак, это четвертая часть моего прохождения, и в последней части мы вышли сюда и увидели, что куча пришельцев спряталась где-то в этой траве, да, и теперь нам придется ее искать. Их искать, их убивать, я не знаю как, потому что у нас неисправность костюма. Надеюсь, что это временно. Нам дали пулемет. Видимо, это как раз для того, чтобы избавляться от вот таких вот назойливых. Да. Так, этого мы убили. Еще 52 патрончика у нас есть. Но нам защиту надо бы подкопить. Ну давайте, выскакивайте. Плохо, что я не вижу, сколько у меня осталось ее брони. Где он? Вон он, я же вижу. Готов. Отлично, перезаряжаемся. Ой-о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 й
Где? Где еще один? Бегают, прыгают. Давай, вот так. Ну, следующий. Сволочи. Давайте. Где ты? Да! Вот так, вот так. То, что надо. Давайте наверх заберемся. Отлично. Все, здесь мы не будем такой легкой жертвой в этих джунглях. Вон они. Вон они, вон они. Ну давайте, мрази. Ну давайте. Посмотрим, насколько вас хватит. Ах ты сволочь! Вы поглядите, а? Вы поглядите, как рубит-то. Так, они знают, что мы перезаряжаемся. Это очень плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Стоять. Ах ты, не добили. Не добили. Ой-ой-ой, у нас кончились патроны. Есть. Ха-ха-ха. Видимо, это тот недобитый был. Ё-моё. Давай, давай, сволочи. Атакуйте меня. Как будто знаешь, что я скинул броню и нападают именно в этот момент. Так, уберем глушитель. Возьмем прицел обычный. Давай, мразь, нападай на меня, давай. Хорошо хоть эти... Нафиг. Вон, 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 сидит, сидит себе, сидит в траве, нас ждет. Давайте. Что, ловлю на живца? Я весь в броне. Камон, урод. Что, он один остался? Да быть того не может. Явно еще парочка. Явно еще парочка где-то. Не хочу я слезать, опасно это. Так, куда нам нужно идти? Хоть это, конечно, и опасно, но нам нужно двигаться. А, почему-то я не вижу. Да, мы не знаем даже, куда нам нужно идти, потому что у нас карты нету. Ё-моё. Что, урод, давай. Давай, урод. Подай на нас. Не, не хочет он, убежал куда-то. Один, что ли, остался. Ну, в общем, знает, что пол... Стоп. Стоп, 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 стоп. Турелька. Турелька-то нас не видит. Так, возьмем... Кейвольт опять. Отлично, взяли специальные боеприпасы. Ну-ка, может мы ее оторвем? Турель-то эту, нет? Нет. Ох, как Кейвольт хорошо их срубил. Его просто превосходно. Так, что мы сможем с турелью? Это не турель. О, Крайнет. Ничего себе, Крайнет.
Что-то мне это... А, Скайнет! Вот что мне это напоминает. Ё-моё, я все думаю, что-то знакомое. Крайнет. Ну что, он вроде последний был. Давайте дальше идти. Я просто не знаю, куда. Может, сюда, может и нет. Кто его знает. Но смотрите-ка, у нас костюм потихоньку... Потихоньку устанавливается. Я все больше вижу, сколько у нас энергии осталось. И вообще... Но, видимо, идти нам не сюда. Не понимаю, куда нам нужно идти. А, нет, эти уроды где-то еще бегают. Отлично. И еще один. Вы посмотрите, они блокируются. Когда мы стреляем, они блокируются моментально. Ну, прыгай на меня, урод. Отлично. Блин, Кейвольт, вот это оружие мечты. Просто супер. Выносит их только так. Даже подойти не успевают. Даже идти-то, я не знаю. Не вижу ни карты, ничего. Ничего нету. Что-то блокирует сигнал. Иди, блин, разыскивай, что блокирует сигнал. Травища, ё-моё, ничего не поймешь. Куда залезать? Ну, готов. Ха-ха-ха. Отлично, просто вообще. Они такие, опа. И все заблокированные. Или как это назвать? Шокированные, застаненные. Да, вот так вот будет как-то попонятнее, но это скорее понятнее для... Ага, мы дошли. Мне нужна минута, чтобы продумать отход. Так, где у нас оружие? Пулеметик. У нас есть патроны для него. Давай, нажмите. Взять стандартные боеприпасы. Не понимаю. Ладно. Хо-хо-хо-хо. Нажмите F, взять АГЛ. Давайте возьмем АГЛ. C, отцепить. Ну-ка. Нажимаем, отцепить, отдираю его, вот так. РМО-1. Путь отхода Браво неприемлем. Рекомендации. Нет альтернативы? Ты кто такой? Ты кто такой? Давай, до свидания. Нет, нет, я не буду с тобой разговаривать. Позовите Клэр. Почему я... Нет, почему? Мне нужна Клэр. Продолжайте. Блин, да это взрывчатые снаряды, ёлки-палки. Я, конечно, может, и поздно понял это, но... То есть нет, поздно я это сказал, а понял-то я это, да, сразу, как только они рванули рядом со мной. Ну где еще? Ах ты, взрывать рядом опасно. Очень опасно. Но расстреливать их просто быстро и просто. Потому что, заметили, они бегут всегда по одному и тому же маршруту. Готов. О, двоих, ё-моё. Красота какая. Ну и куда нам двигаться? Долго их все их отстреливать-то? А, нет, вот, кажется, для нас там что-то делают. Пророк, я нашел выход. Идем, пока Сэл не поджали нас, как картошку. Да, давайте. Давайте идти, пока они нас не поджалили. Я вообще боюсь с помощью этого АГЛ убить нас самих. Так, кажется, все, они прекратили идти. Может и нет, я не знаю. Пойдем. Пойдем. Главное не взорвать психа такой охрененной пушкой. Да... Вот урод, а? Я боюсь, сейчас нападет на нас. Мы шмальнем? А я ведь шмальну. Ох, я шмальну, не побоюсь я. Шмальнуть в упор из этой штуки. Мне бы старый добрый пулемет больше понравился. О, это просто очешуительно. Типичный прогон от центра. Не могу открыть этот туннель. Ну и что? Да? Ну так я, блин, могу. Давай! Я не знаю, какие-то диалоги тут, они... Он сказал что-то, потом проходит 10 секунд. Стоит чего-то, что-то стоит, думает, думает. Ничего не понимаю. Какие-то стрёмные диалоги, на самом деле, огромные паузы. То ли это наши так озвучили, то ли еще. Но даже судя по анимации...
героев, они действительно как-то слоупочно проходят эти диалоги. Честно сказать, ну... Подтолкни-ка. Ну-ка, и как тебя подтолкнуть? Выбросили. Наверное, подтолкнуть можно только так. Нет? Так, ладно, я еще раз возьму АГЛ. Не хочу его бросать. Жмите F использовать. Ага. Нет, мы бросили АГЛ, да? Что это вы задумали, ребята? Ё-моё, что это вы задумали? Это поезд полон легко взрывающихся материалов. Да. Подождите, а что это я на АГЛ вдруг? Ё-моё! Псих. Да. Так, это ну да, это действительно план. Он и есть псих. Отличный план. Ох, ё! Ох, ё! Грах! Давайте хоть присядем на всякий случай. Я не знаю, я ничего... Есть смысл вообще в кого-либо стрелять? Потому что... Это какое-то безумие! Офигеть, вот это поезд! Вот это да! Так, поэкономим пока энергию. Вот, вот, что нам нужно... Нет! Еще и БТР! Охренеть! Так, кажется, мы потерпели крушение. О-о-о-о-о-о-о-о! Чуть не задавил. Чуть не задавил. Давай! Да, в порядке, пошли! В порядке? Да что-то мне так не кажется, что ты в порядке. Обалдеть, БТР! Да, ха-ха-ха. Ну, неплохо, конечно. Как всегда, живы. Его даже нет смысла называть психом, он не и так как псих. Не знаю, как тебе, а по мне это грёбаный беспредел. Конечно, эти полные субтитры вообще ни к чему. Надо где-нибудь сделать было возможность выключать вот эти вот эмоции. Они-то явно не нужны. Что, кажется, теперь нам придется таскаться по туннелям. Солдат номер один на связи. Открой коридор на укрытие. Расчетное время 10 минут. Ромео-1, это командир Ромео. Поддерживайте радиопротокол. Теперь верните эту железяку домой. Прием. Идем. Это я-то железяка? Ты не обалдела там? Слушай, она ничего, если ее получше узнать. Просто не упоминая о видениях, ладно? Почему он сказал, ну и баран? Почему она зовет меня железякой? Почему? Ну, потому внимание. Что... Пока Сел контролирует энергию, Сел контролирует нас. Порабощает нас. Сердце Сел находится в энергетическом нексусе Цукермана около станции Брод-стрит. Они называют его система X. Этот осколок технологии цефов заключен в едином комплексе по сбору энергии в нескольких сотнях метров под землей. Это самый охраняемый объект военно-промышленного комплекса. Если у Сел есть ахиллесова пята, она здесь. Мы понесли тяжелые потери за последние несколько месяцев. И мне пришлось взять оперативное командование на себя. Нас прижали к стене. Сел дышит нам в спину. Сейчас или никогда. Мы уничтожим Сел сегодня или погибнем. Да, отличная дамочка, действительно. Или погибнем. Корень зла, улица Нассау, финансовый район Нью-Йорк. Добро пожаловать в наше скромное пристанище. Сел всегда висит у нас на хвосте. Нам приходится кочевать. Ну, ты понял суть. Черт. Всем частям. Корпус заминированный. Отходите к зеленой линии. Не останавливайся. Привет, рабочий, я вернулся. Подожди, Майкл, я скоро. Добро пожаловать домой. Сел, долбят нас цифровой артиллерией. Наша сеть сыплется. Верни нас в онлайн, живо! Черт!
Бэт. У них рефлекторы для искажения сигнала. Мне насрать. Верните нас в онлайн. Клэр. Боже, Майкл. Ну и денек. Мы потеряли хороших бойцов. Я пыталась связаться с Дэйном, когда... Что за... О, нет. Нет, нет. Клэр, это Пророк. Выслушай меня. Взгляни на модификации, Майкл. Это Цеф? Или Сел? Это вообще человек? Мы что, жертвовали людьми ради этого... этого мутанта? Смотрите. Это не просто костюм, Майкл. Клэр. Клэр. Мы здесь уже 5 месяцев. И в этих асимметричных боевых действиях у нас все меньше успехов. Предполагалось, что это будет нашей Нормандией. Увы, вот они мы, прячемся. Мы ударяем то тут, то там, но не можем захватить инициативу. Нам нужен тот, кто изменит расстановку сил. Майор Лоуренс Барнс. Пророк. Карл Эрнст Раш. К вашим услугам. Раш, я помню вас. Замри, пожалуйста. Комбинированная ДНК. Человек. Цеф. Искусственная форма жизни. Невероятно. Ты у меня не читаешься. Да, да ладно тебе, чего ты ждал, Лоуренс? Я создал этот костюм, мой дорогой, естественно, он не может прочесть меня. Клэр права насчет риска. Силы много, но она нестабильна и своенравна, капризна. Майкл посвятил тебя в наши планы. Я проинструктирую его перед выходом, сэр. Это превосходный босс. Мы покалечим Сэл навсегда. Ситуация куда хуже, чем можно себе представить. У меня видения, обрывки. Нам нужно переместить бой в Сэл. Отключить энергетический Нексус и со всем этим покончить. Ибо то, что они делают, погубит всю жизнь на планете. Помните это. Знаешь, ты говоришь как пророк. Это намеренно? Очень соответствует. А теперь пойдем спасать наш вид. Ладно? Хорошо. Выдвигаемся. Будь осторожен. Буду, ты же знаешь. Идем. Да. Так вот кто этот доктор Майкл Раш. Я просил тебя не говорить про видение. Ну хотя бы про нас с ней промолчал. Ромео один. У тебя микрофон торчит. Опс. Да, что-то он тупо реагирует очень поздно. Он такой думает, потом. Упс. Реально, что-то он тормозит. 500 мегаватт напрямую питающих высотную систему обороны СЭЛ. СЭЛ распределяет свои силы по подстанции. Что с этим делать, сам решай. Ну что, видимо, придется взорвать ГЭС, чего? Или взорвать подстанции, тут действительно. Забавно будет, если нам предложат варианты. Я выберу взорвать ГЭС, нафиг нам подстанции взрывать. Это скучно будет, я уверен. Ну, что стоишь? Что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? А, он ждет, пока я пролезу, офигенно. И есть еще энергетический Nexus Cell. Система X. Вырубим дамбу, и ключевая оборона Cell накроется. Они не могут переключить питание системы X? В другой сетке. Объясни, зачем им дамба, если у них в системе X бесконечный источник энергии? Избыток? Или что-то в системе X их пугает? Да, да, кстати, вот мне тоже слушай, подумалось псих, так же. Ты хорошо знаешь этих людей? Им можно доверять?
Почему она так истерит по поводу моего костюма? Она ненавидит костюмы. Не знаю почему. Все, что я знаю, это то, что ее команда вытащила меня из лаборатории. Она спасла мне жизнь. О, взять заряд Рекс? Ну-ка, возьмем. Подберем. Лестница заблокирована. Нужно как-то запустить лифт. Так, ну... Куда-то мне, наверное, пролезть нужно. Или вернуться назад. Ну, отойди уже, хватит тут. О, да, силач. Силач. Нужна? Нет. Отвали. Да ладно, не стесняйся, ты все еще мужик. Ничего страшного. Без костюма ты тоже мужик. Ничего страшного. Помните, как Малышева пела? Вернее, не она, а в ее передаче безумной. Без костюма все равно мужик. Здесь. Думаю, здесь можно. Максимум защиты. Воу! Пророк ушел. Я в порядке. Значит, остался только я, твою-то. Ромео-1, это командир Ромео. Я беру на себя управление. Мне нужна прямая связь с монитором нанокостюма. Прием. Принято. Но не дольше, чем необходимо. Ага, пророк тоже ей не доверяет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение моей четвертой части по игре Crysis 3. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся в следующей части, зачистим эту территорию. Что же, с вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.